Здравствуйте, третьеклассники! С вами Ольга Николаевна. Сегодня я предлагаю вам послушать образец разбора глагола «прибежала». Глагол стоит в форме прошедшего времени. Ищу окончание. Изменяю слово по родам и числам. «Прибежала», «прибежал», «прибежали». Выделяю окончание «а». Глагол стоит в прошедшем времени. Суффикс прошедшего времени «эль» и окончание «а» в основу слова не входят. Выделяю основу «прибежа». Ищу корень, подбираю однокоренные слова. «Прибежала», «бежать», «бегун», «бег», «убежать». Общая часть – «бег», «беж». Здесь есть чередование согласных в корне «г» и «ж». Общая часть – «бег», «беж». Выделяю корень «беж». Ищу приставку. Подбираю однокоренные слова с другими приставками или без них. «Прибежала», «убежала», «бежала». Выделяю приставку «при». Ищу суффикс. Подбираю однокоренные слова с другими суффиксами или без них. «Прибежала», «бегун», «бегу», «бежит». Выделяю суффиксы «а», «эль». Называю все морфемы. Основа. «Прибежа», приставка «при», корень «беж», суффиксы «а», «эль», окончание «а». Желаю вам уверенно выполнять морфемный разбор глаголов у доски. Жду вас снова на своем канале.